привет! Сегодня у нас экскурсия, на мой взгляд, в очень классный проект. Это застройщик «География». Комплекс называется «Дивный квартал озера». Расположен в Заречном микрорайоне, который так успешно развивается. Вот тут прекрасные виды. Давайте посмотрим. Нам помогут Альбина и Андрей. Андрей – коммерческий директор, Альбина – специалист по работе с партнерами. И мы начинаем, покажем, постараемся все быстро, максимально рассказать. Так, Альбина, добрый день. Добрый день, как да. Еще? Андрей тоже еще раз добрый день. Так, как у вас тут комплекс? Рассказывайте. Дивный квартал озера. Ну, давайте, наверное, пару слов расскажу о нашей компании еще, чтобы понимали, откуда мы взялись. Так, да? Давайте. Очень всем, их совсем интересно будет. На рынке строительства мы с 2009 года. Ранее мы назывались ESB Development. С 15 апреля провели ребрендинг. Теперь мы девелопер «География». Нами реализовано множество проектов, социально значимых, административных, образовательных проектов. Работали мы по госконтрактам с 2009 года. Так, наработались. Наработались, да. Производственные мощности мы накопили, конечно же, и стало немножечко тесно. В конце 2021 года мы начали реализацию нашего первого и флагманского проекта. Это «Дивный квартал озера» в ноябре 2021 года. Комплекс комфорт-класса в замечательной локации, конечно, находится. 5-й Заречный микрорайон. Это самая шикарная и востребованная сейчас локация. У нас здесь несколько параллельно идущих федеральных крупных проектов. Это Межвузовский студенческий кампус через дорогу от Мельникайте. Срок реализации его 28-й год. Это ивент-парк Алибашево, благоустройство всей прибрежной части озера Алибашево. Кстати, проект будет профинансирован на 253 миллиона. В общем, сейчас выделено 77 миллионов на первый этап. Это очистка вод озера. В 2026 году должны завершить. И здесь у нас на локации будет крупнейшая в Тюмени школа с музыкальным уклоном «Лира». Рассчитана она будет на 1400 детей и в одном проекте детский сад на 250 деток. Мы финансируем совместно с нашими коллегами «Инка» проект детского сада и школы. Ну и, конечно же, здесь у нас на локации с квартир на верхних этажах открываются потрясающие виды на природные объекты. Это озеро Круглое, это лесопарк имени Гагарина и озеро Алибашево. Вот «Новатэк», нефтегазовая компания. У вас компания, еще, рядом. Да, у вас еще рядом. Парк Южнокорейской дружбы рядом, недалеко. Да, тоже парк Южнокорейской дружбы. Замечательно. Я там сам часто гуляю, кстати. Активно ведется строительство дорог сейчас здесь. 1,5 миллиарда выделено на строительство дорог. И ближайшая к нам – это улица Разведчика Кузнецова, которая будет продолжением улицы Газовиков. А к концу года она должна завершиться по проекту строительства этой дороги. Такая же четырехполосная, как Газовиков. Так, Альбина, ну где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся вы здесь, где в доме ГП-1. Чтобы понятно было. Здесь «Дивный квартал озера» у нас стоит вообще сейчас из двух очередей строительства. Третья там тоже вот схематично изображена. Первая очередь строительства – это первые три дома. Дом ГП-1, собственно, где мы с вами сейчас находимся. Вот здесь. Дом ГП-2, 4 жилых секции, и дом ГП-3. Официальный срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2024 года по проектной декларации. Мы ввели уже 13 декабря 2023 года, то есть раньше срока. Практически все ключи уже выдали. Вторая очередь строительства – это следующие три дома. Дом ГП-4, ГП-5 и ГП-6. Здесь официальный срок ввода – третий квартал 2025 года. Комплекс комфорт-класса. А здесь есть такой немножечко нюанс в проекте. Здесь нет студий и не было никогда. Это более серьезный семейный формат. То есть квартиры формата 1, 2 и 3+. А минимальная площадь? Минимальная площадь однокомнатных 37-65. Да. Первые этажи жилого комплекса занимают коммерческие помещения. Абсолютно в каждой секции есть двухэтажная коммерция. По центру жилого комплекса проходит пешеходный прогулочный бульвар, на котором расположены различные площадки, зоны отдыха, сухие фонтаны с лежаками для отдыха. Один уже функционирует. А дворы в «Дивном квартале» у нас приподняты, стилобатные дворы на 1,5 метра над уровнем земли. И из дворов мы вынесли все шумные спортивные площадки на нашу гостевую парковку, которая находится рядом, на 680 мест она рассчитана. А со второго этажа везде уже идут жилые этажи, количество квартир на площадке в среднем 5-7. Так, по стоимости, наверное, не буду, да, озвучивать? Почему? Озвучить? Самое важное? Давайте. Что? Самое интересное? Я помню, года 3 назад у вас было
чуть ли не 60 тысяч за квадрат, что ли? Что-то такое, 70, совсем да? Совсем мало. Было. Я помню, 3700 стоило один плюс вот. Квартира а на старте. Сейчас 6400. Нормально, кто-то хорошо вложился. Да, 6400. Двухкомнатные квартиры 8300, минимальная цена, это 62,6 квадратура. И квартиры формата 3+, здесь, конечно, в зависимости от очереди. То есть первое – это готовое жилье, договор купли-продажи, 11800, минимальная стоимость, 76 квадратных метров. И вторая очередь – 10300, минимальная стоимость, здесь уже от 80 квадратных метров. Какая высота потолков у вас? Высота потолков 2,7, чистоте типовой этаж, да. Последние, ну вот тут в первой очереди трехметровые были потолки. Есть еще, наверное, одна даже квартира. Так, что у вас с паркингами? Паркинги. Под каждым домом, под каждым двором подземный паркинг. И по периметру паркинга кладовые помещения. Так, как вы их продаете? Мы их продаем. Подарок дарите? Продаем. По сколько? Миллион. Миллион берут? Берут. Или такси? Ну, потише, конечно, помедленнее, чем квартира. Давай, ну реально чуть похуже, да? Хотя вот, мне кажется, знаете, это все временно, лет через 3-5 это все очень подорожает цене. Потому что я смотрю, паркинги не растут, ну, почему-то пока. А это понятно почему. Когда покупают, сначала себя покупают квартиры, а потом уже берут паркинги. Ну, то есть, когда мало, чуть подкопят, да. На это 100%. Портрет примерно потребителя. Сколько возраст? Ну, в среднем 35... Ну, то совпадает 50, с рынком, да? Да, примерно. Да, это семейные люди, конечно же. Уровень у них немножечко повыше среднего, уровень дохода, так скажем. Да, наш портрет покупателя. Так, хорошо. Так, рассрочку стали давать? Мы ее давали всегда. Нет, она более длительный срок, там, года на 3. Ну, до ввода мы даем. Вы до ввода даете. Да. Ну, то есть это где-то реально на 1,5, да, сейчас пока? По второй очереди до 1 июля 2025 года у нас рассрочка. Она беспроцентная, да? Без удорожания, без конечно. Без удорожания. Да, поквартально, либо помесячно. Ну, нормально, слушайте, условия хорошие. Так, после 1 июля как продавать будете? После 1 июля. Так, как продавали, так и будем продавать. Ладно, так, пойдемте тогда, покажите офис продаж вначале немножко, посмотрим. Так, ну у вас тут ресепшн, да, вы тут встречаете? Здесь ресепшн, да, администратор. Слушай, ну у вас красиво, в офис вложились, да? Офис, да, мы делали по дизайн-проекту. Давайте, я думаю, всем интересно будет, потому что необычно, если честно. Здесь у нас переговорные комнаты как здесь раз. Вот ну, здесь наша переговорная для сотрудников, для управленческого слушайте, персонала. Слушайте, мощно у вас. Угу. Пойдемте смотреть. Слушайте, ну такие красивые редко встретишь. Прям это красиво. То, что надо. Теперь, если где-то совещание провести, можно знать, у кого это. Здесь, можем вас пригласить. Здесь да. Менеджеры. У нас сидят по центру. Зона open space. Все современно. Чтобы всех было видно. Согласно современным тенденциям, скажем так. Да, все. Отдел сопровождения. Все, привет. По центру. Ага. Здесь мы с руководителем отдела продаж. У вас красивый, очень красивый офис. А там слева мы пробежали еще отдел маркетинга же у нас. Отдел маркетинга, да, и коммерческий директор. Да. Снимите, как красиво здесь. Не, пойдем, зайдем, посмотрим. Я просто вместе со мной зайдем. Альбин, пойдем тоже? Андрей, пойдем. Посмотрим. Слушайте, чья идея так сделать? Здесь у нас учебный класс. Я нигде не для встречал, для проведения тоже обучения менеджеров. То есть у вас вот так вот можно сесть, проведение да? каких-то различных презентаций, мероприятий. Спокойно. Да? Презентации, спокойно. Планерки, собираемся. Планерочки. Так, я много где был, я нигде такого не встречал. Согласно современных новых тенденций. А где, интересно, это дизайнер скатал это все? Дизайнер нам сказал, что это он вдохновлялся офисами Яндекса. Яндекса? Да. Ну все, где-то ладно. Вот оттуда какие-то. Ладно, слушайте, здесь ну, у нас также красиво. Еще небольшая библиотека есть. Да? А я видел, там вы уж книгу мою поставили. И книжечку мы вам поставили не просто так. Хотелось бы, чтобы вы нам тут небольшой автограф тоже оставили. Кстати, у меня скоро вторая выходит. Все. Спасибо. Так, пойдемте дальше. Так. Здесь у нас контакт-центр. Специалисты контакт-центра. Ну все, у вас бизнес хорошо организован. Ну и дальше кухня. Кухня, пойдемте кухня, посмотрим. Да, пойдемте. Всегда интересно, как современный офис организован. Надеюсь, чистенько. О, чистенько, видите, прибрали. Чистенько, все как надо. Не, у вас красиво. Классно, да. Тоже слушайте, нравится. Очень современная компания, современные офисы. Наверное, так это вот. Когда иностранцы, они смотрят, они не верят, что у нас так. Вот они искренне считают, что у нас совок, ну грубо. Вот им когда показываешь и говоришь, вот смотрите, все по-другому. Вот вообще в шоке бывают. Так что все нормально, все правильно. Так, ну что, пойдемте наверх? Пойдемте. Так, мы можем здесь пройти по-другому.
Да, пути. Пойдемте. Заглянуть в мой кабинетик. Да, и очень всегда интересно. Всегда интересно, как коммерческие директора у нас живут. Пожалуйста, так, пойдемте. Заходите. Ну, очень скромно, здесь да? Достаточно, да? Компактно. Все, возьмем ничего ключи. Лишнего. Да? Планерки, потому что проводим в больших переговорках. Да? Да? Здесь только не рабочий особенно, процесс. Обычно, знаете, когда это, тут диван бывает, а тут два кресла. Это правильно. Правильный подход. Пойдемте. А, ну вот это здесь то, зона ожидания. Это с Яндекса посмотрели. Они еще вот так это делают. Зона ожидания. Клиенты приходят, которые у нас где-то без очереди. Зарядочка. Без сидят, записи. Телефон заряжен. Сидят, да. Все, здесь мозговой центр, отдел маркетинга. Отдел маркетинга. Так, здравствуйте. Да. Давайте посмотрю, как у вас дела идут. Ну, это более женский, скажем так, отдел у нас. Я, кстати, хотя посмотрел. У нас вообще состав коллектива смешанный. В основном женский. Вот я тоже обратил внимание. Так у многих застройщиков. Почему не и не только у застройщиков, я вам Альбина, скажу. Почему-то? Ну, у нас больше просто. Ну, вот риэлторы приходят группой, тоже я всегда спрашиваю, где у вас мальчики? Ну, вот у нас в этажах реально более-менее баланс соблюден. Серьезно. Ну, более-менее, да. 42%, по-моему, мужчин, 58% женщин. Что-то на презентации девочки только ходят. Так, ладно, слушайте, ну хорошо у вас здесь, комфортно. Пойдемте смотреть объект. Так, Альбина, давай самый простой вопрос. Три фактора, почему у вас надо купить? А, во-первых, локация, ну я конкретно, да. Локация, согласен. Шикарно. Сразу да, локация без плюсов. А качество строительства. Так, сейчас проверим. Давай. Ну то, что красиво, вот это точно необычно. Знаешь, чуть-чуть на Америку похоже, если откровенно. Да, он стильный, вот дивный квартал, он очень стильный жилой комплекс. Да, цвета похож. Гармонируют, каждая секция в индивидуальном стиле. Ну и все системы домашней придумывая автоматизации у нас реализованы во всех жилых комплексах. Ладно. Почему должны покупать в дивном квартале? В дивный квартал это на сегодняшний день самая топовая локация. И соотношение, да, соотношение цены и качества. Вот это нормально. Потому что мы все-таки с прицелом на качество тоже строим. Угу. Сейчас пройдем. И так, один плюс сколько за квадрат стоит у вас? 6400 минимальная стоимость, это 38 квадратов. 180. 180, да. Ну нормально. Соотношение цена-качество. У нас есть квартиры там и от 160, от 150 квадратов. Ну все, пойдемте. Ну я отдельно еще выделю архитектуру, если откровенно. Потому что издалека смотришь, я вот говорил, ну прям английская какая-то, американская. Даже вон кирпич вы его такой взяли, вот там точно цвет. Бетонная плиточка, имитированная плиточка. Слушайте, а концепт тяжело выбирали вот такой? Он же очень необычный для Тюмени, если честно. Слушайте, мы с концептом достаточно быстро совладали. Да? Слушайте, потому что современных тенденций. Очень а архитектор необычно. Тюменский. Никаких да? иностранцев. Все сами, свое. Да? Да, вот смотрите, здесь отличительная особенность. Это вот санузел. Это для санузел? Наших да. Ничего себе. Слушайте, ну санузлов, это, мне кажется, главное ноу-хау какое-то вообще. Смотрите, сейчас на момент стройки он пока закрыт. Но со временем это все предусмотрено. Вот детская площадка, дети погуляли, захотели, здесь ну, все. Все дела сделали. Ну, понятно, что он бесплатный. Конечно. Ну, а вдруг? Это для жильцов. Для жильцов, 10 да. рублей. Слушайте, я не спросил насчет коммерческой. Дорогая, нет она у вас? А, ну, вот конкретно, если дивные рассматривать, да, вот, минимальная стоимость 17 вот продажа. Миллионов. Нет. А сколько вот. Квадратов здесь? Здесь, так, это у нас не в продаже. Это там, продают наверное, уже... риэлторы. Да. Здесь где-то 180-190 за квадрат. То есть, как, по сути, как жилье примерно пока стоит коммерческое? Примерно, да. Ну, если да. сравнивать года через три, все будет наоборот. То есть, будет коммерческое гораздо дороже, я уверен в этом. Все к этому идет. Вот это наш бульвар, который по центру располагается, он пройдет вдоль всего жилого вот комплекса. Вот там вот, да, он будет? И он да, будет он упираться в Алибашевское озеро. Прикольно, огонь да. вообще. Здесь без машин, только прогулочная зона. Слушай, да. на плитке тоже не пожалели, да? Не сэкономили. Да. Вообще, мягко говоря, не сэкономили. Вон он. Также мы старались не экономить на озеленении, но это буквально вот новые кусты, но они вот видите, вот, еще пока не зазеленились. Ну, это да. вопрос времени. Но мы это, да, вопрос времени, поэтому над этим тоже работаем. Управляющая компания следит за чистотой и на бульваре в том числе, и на каких-то общественных площадках. Слушайте, а вот детские зоны, они где-то внутри, да, правильно я понимаю? А? Там все будет, да? Так, ну раз у нас представили проверяющая компания здесь, как это все стоит? Удовольствие, как вы на фоне других по стоимости? Взяли среднерыночную и сделали чуть дешевле. То есть у нас 46 рублей стоит обслуживание за квадратный метр.
Ну, это средняя, да, такая. Да. Для такого уровня это хорошо. То есть у нас в эту стоимость входит и обслуживание прилегающей территории, и бульвара, и, соответственно, беседок, и всех... А доп. Услуги? Что можно? Вот мне всегда интересно, что управляющие компании, вот для меня это всегда показатель. На данный момент в разработке, сейчас устанавливаем пока домофоны, а так в дальнейшем разрабатываем и концепцию прачечной, и сервиса по, соответственно, обслуживанию сантехнических приборов. Ну, то есть все будет, все можно будет все заказать. Хорошо. А какие-то общие территории? Где-то вот там спортзал или, может быть, что-то еще общее? Ну, это только на базе аренды уже, скорее всего, будет, потому что недвижимость вся продана коммерческая. Просто сейчас, знаете, я вот смотрю, в России как-то это чуть не развито. Европа, Азия давно к этому пришла, даже на вот такой уровень. То есть мы только мы сейчас прогуляемся по жилому комплексу. Угу. Дальше пройдем, у нас вот там вот парковочная зона, и там есть воркаут-зона, есть детские площадки. Бесплатные, да, даже без всякого? Да. Все, окей. Да-да-да. Здесь вот сухой тут фонтан. Загорать можно у вас? Сейчас надо полежать же. Архитектура красивая все-таки. Реально. Самый популярный у нас вот атрибут. Батут? Батутчик, да. Ну что его, тут можно. Главное не улететь. О, нормально. Нет, детям хорошо. Пойдемте. Только обычно их два делают рядом. А вот там дальше второй. Чуть подальше. А есть, да, 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 чтобы да, это да, интереснее было. Так, ну давайте, давайте дальше смотреть. Это в паркинг, да, у вас въезд? Это въезд. Да, это спуск в паркинг. Да. Мы сейчас с вами зайдем. Так, там вот живая вода, мне уже интересно, что это такое. Так, давайте попробуем догадаться. Воду, а не бутылки, береги. А, вы поняли, что это такое? То есть сюда вставляешь воду, да? И сколько литр стоит? 4 рубля. 4 рубля литр. Да? Нормально. Вот это уже платная услуга, а? Да? Да, а? Это то есть платно. 19 литров – это 76 рублей, да, получается? Получается. То есть, ну, это дешевле. Он так, по-моему, сколько сейчас вот эта 19-литровая штука? 130. А? 130. Ну, тут вот 76. Ну, экономия. И рядом с домом. Реально. Ну все, огонь. В советское время, если бы знали, что можно было вот с этого делать, деньги зарабатывать, не додумались. Я газировка была. Слушайте, а вот у вас получается здесь... Это вторая очередь строительства, дом ГП-4, и дальше ГП-5 и ГП-6. Нам нужно в этот подъезд теперь. В этот, да? Сейчас, подождите, давайте еще сейчас посмотрим. Вот меня всегда удивляет такой кирпич. Где вы его покупаете, если не секрет, облицовочный? Это тюменские поставщики же, да? Бетонная плиточка, имитированная под кирпич. Под кирпич, все. Самое удобное, что его легко поменять. Да? Он как лего. Раз и все, да? Собирается. Да, то есть он легко вытаскивается и обслуживаемо. Ну, то есть его вверх приподнять. Так, ну что, пойдемте? Давайте. Это первый теплый тамбур. Здесь второй тамбур, где находятся ящики почтовые. И в каждом холле у нас две колясочных велосипедных. Для входа с улицы, это как говорится, да, и вторая колясочная велосипедная есть для входа со двора. Поэтому давайте поднимемся. Слушай, Альбина, у вас тут так красиво. Это за счет высоких потолков? Да, и потолки зеркала. Здесь 3,9, 4,2. Так, вот это все. Если вдруг забыл, где какое-то, да? Ну круто. Вот это тоже, кстати, редко где встретишь, просто я что-то даже не помню, где я видел это такое. Красиво. Ну это же реально... Не, ну мы можем, конечно, подсказать, где мы подглядели, но не будем. Да? Все, ну я думаю, вдруг сами изобрели вообще ноу-хау. Да. Вот одно из ноу-хау у нас огромные... Колясочные? Колясочные. Так, давайте смотреть. Да. Они сейчас пока еще не заселены, потому что дом новый сдали буквально недавно. Ух ты, класс! Вот они, для велосипедов. Крепление, да, для велосипедов, да. Слушайте, ну мне жить можно. Честно говоря, я так это... Ну тут осталась пара квартир, можем, да? В принципе, договориться по цене. Большие, нет? Семья огромная. Можно же объединить? Семья огромная. Так, это у вас... А, вот в чем эффект. Вот это подъезд, правильно? И вы, я же вам говорила, на полтора метра выше у нас. Вот вторая колясочная. Еще одна колясочная. Да. Изнутри это... тоже, да? Это да, еще больше. Сам факт, что две колясочные, редко встретишь. Так, пойдемте здесь посмотрим. Так, ну это двор. А как тут детям, что есть, что у них смотреть, деткам, играть? Деткам, вот, пожалуйста,
Фаберже. Фаберже? Я думаю, это киндер-сюрприз. Лежаки. Это гамак, да? Ну что, надо все пробовать. О! Так. Так. А, вообще нормально. Отлично. Только моря рядом не хватает. И еще, еще что-нибудь. А? Озеро же рядом. А, озеро рядом. Да, здесь у нас елочка, видите? Угу. Как типа лобного места. Здесь она будет наряжена. Слушайте, ну у вас формат такой закрытый достаточно, правильно? На самом деле не везде встретишь. Территория закрытая, да. Здесь двор без машин. Приподнято, причем реально приподнято. Поэтому двор чистый всегда, да. Без грязи. Слушайте, а мне всегда интересно, как пожарные дела решаются. Вот у нас есть пожарные дела. А, есть, да, да, на всякий случай. Все есть, есть, конечно, все предусмотрено. Да. Здесь зона для взрослых. Можно новогодние здесь праздники отмечать. А накрывать не стали, да, ее? Ну, я имею в виду, от дождя, чтобы. А, от дождя? Нет, здесь немножко концепт другой, более южный. Мы же рядом с озером все-таки. Ну, согласен. Поэтому. Согласен. Да. Так, ну ладно. Аж деревом, кстати, пахнет, по-моему, приятно. Да. Да? Понятно. Так, Wi-Fi есть, интересно, у вас во дворе? Как все? Да, будем делать. У нас проработано с операторами. Wi-Fi будет. Все, Wi-Fi везде будет, да? Ну, Wi-Fi в Тюменске будет фри также. Все, а Тюмень фри сеть будет? Да, по той же схеме. Все, все. Но это будет, когда у нас заселится более 30%, тогда они смогут это тогда сделать сказали, на основании. Да? Да. Ну, пойдемте. А вот это что, это пара? Паркинг. Это коммерческая. Ну, это качели. Детские качели раньше тоже уже были такие. Ну, то есть, только другого формата немножко. А, туда нужно, заходишь? Нужно вам какого-то напарника и... Ну, давай, кто готов? А? Давайте, давайте. Ну, надо же посмотреть, как все это работает. Так, получается все. Так. Все, все, и туда теперь. Вот так, оп. Во! И что дальше теперь? И как теперь? А теперь кто тяжелее? Кто тяжелее, теперь смотрим. Мы, к сожалению, примерно одного веса. Надо было Дениса посадить. Когда бы из крайности в крайность. Я понял, во, во. Да, вот, вот так вот это, да, работает. Давно не качали просто. Класс вообще. Слушайте, я не ждал, что это так круто. Все. Так, спрыгиваем. Да. Давайте, вы первый. Все, спрыгиваю? Да, да, да. Так, теперь главное. Так. Нет. Оп, все. Слушайте, реально круто, кстати. И вообще неожиданно классно. Что только не придумают. Так, места для кондиционеров, да? Да, корзины для кондиционеров. Конечно, корзины везде у нас установлены. Квартиры, да. Так, ну что, сейчас квартиру посмотрим. Пойдемте. Это все у нас красиво, конечно. Теперь нам осталось понять, как реально жить-то где будет, где, что там происходит. Слушайте, ну я уже отсюда вижу, что широкие окна. У нас большие. В каждом жилом комплексе большие окна. Большие от 175 окна. Да, высоты. Уже видно, что все круто. А кто-нибудь здесь себе купил квартиру? Да. Я? Да? Ты тут живешь, да? Будь нет, жить. Не живу, но буду жить. А мы хотели посмотреть, да, с вами лопомойную, да. Мы тоже добавили их бонусом, кстати. Так, в общем, вот это то, что вообще неожиданно. Это вот, мне кажется, что это круто. Вот много где был, нигде такого не встречал. Первый раз увидел вот такое явление в подъезде. Именно в Тюмени, что интересно. Показатель. Так, ну что, наверх идем? Да. Так, ладно, дождемся. Нет, окей. Так, смотрите, тут у нас, видите, реклама. Это коллаборация, да, с нашими партнерами. Да? Это кто это? Ну, теплоотдача, стройдвор. Странно, почему до сих пор все лифты не забрендировали в Тюмени? Их же можно продавать как рекламу, так вот задумаешься. Ну, сейчас же уже есть эти таблички. Ну, таблички, ну а двери же это самые популярные. На самом деле на них-то смотрят всегда. О, да. Такие цифры большие, вообще класс. Люблю, вот, когда все так это, четко. Вот. Так, пойдемте смотреть. Да, здесь датчики света. Это типовой подъезд обычный, это типовой, да? Обычный подъезд. Подъезд? Да. Ой-ой-ой, как все обратите добротно. Обратите внимание на двери наши. Они, да, широкие. Слушайте, у вас конкретно не Дорхан, с ламинацией под дерево. Ой-ой-ой. Здесь, да? Нет, 300 нет. Какая? Вот 326. Вот в таких вот презентабельных коробочках мы выдаем. Это вы прям так ключики, даете, да? Да. Всем. Все. Так, ну, так вот. Так, давайте откроем. Вы не поверите, похоже, вот такие же двери. Я был недавно в Эмиратах, там вот квартиры по 2 миллиона рублей метр квадратный, двери такие же. Надо так менять ценообразование. Как минимум. Продешевили, да. Так, поставлю. Так, это вот типовая квартира, да? Квартира формата 2+.
При входе у нас гардеробная, здесь гостевой санузел, по центру квартиры. Так, ты так резко начала все рассказывать. Слушай, ну, во-первых, у нас вот это два плюс, это... Кухня-гостиная и две полноценных комнаты. Сколько тут квадратов? Здесь 60. 60 квадратов? Общая площадь, да, кухня-гостиная 20. Все, потолки 2,70. 2,7, да. Все, отделка это вот такая передается. Улучшенная черновая, да, черновая. Стены под маяк, цементно-песчаная стяжка, под стяжкой пола горизонтальная так, разводка отопления. Так, и цена, все это удовольствие. Так, эта квартира, слушайте, точно не подскажу. Ну, примерно. Это около 10 миллионов стоит сейчас квартира. Да. Вот в готовом варианте. Вот сейчас, вот сейчас вот здесь за 10 миллионов. 10 миллионов. Да, вот это именно квартира, потому что она на верхнем этаже. Все, и все. Вот это готовом. Смотрим за 10 миллионов. Все. Берите. Так, теперь рассказывай. Так, что у нас здесь? Гардероб. При входе, да. Ниша под гардеробную. Гостевой санузел. Подожди, гостевой вот тут что-то. Да, небольшой такой при входе санузел. Все. Комната. Она тоже, кстати, идет с нишей под гардеробную. Можно зайти посмотреть. Да, пойдем посмотрим. Вот. Слушай, чуть маленькое все, да? Ну, это маленькое, да, согласна. Есть больше. Так, как, это знаешь, не маленькое, это компактное. Теперь я понял, почему стиль как в Нью-Йорке. Там тоже в Нью-Йорке все маленькое. И это, но зато хорошие места. Я, знаешь, все время думаю, современный человек все меньше времени в квартире проводит, если откровенно. Вот реально есть такое дело. Мы только спать приходим домой. Да, да, да. Подоконники, обратите внимание, установлены у нас. Радиаторы БДР с терморегуляторами, соответственно, система телеметрии, конечно же, тоже реализована. Окна от 175. И хочу вам еще показать датчики. Протечки. Давайте зайдем в кухню-гостиную, я вам покажу. Так. Второй санузел. Второй санузел. Так называемый хозяйский. Хозяйский, так. Но тут и ванна предусмотрена, да? Конечно, да. Ну и вот здесь, допустим, видите, в каждой мокрой точке есть датчик протечки. Так, при попадании на него воды идет сигнал через приложение в управляющую компанию, уходит СМС собственнику квартиры и перекрывает стояк квартиры. Это реализовано в каждом нашем жилом комплексе, в каждой квартире. Круто, молодцы. Это реально тоже прикольно сделано. Так, а это, а где вот кухня-гостиная? Это кухня-гостиная. Вот она, да? Вот она, да. 20 квадратных метров здесь. С лоджией. Розетки выключателем тоже устанавливаем. Слушай, когда вот клиенты ходят и говорят, ну, чуть маленькая. Ну, я уверен, такое бывает. Что говорите? Пойдем побольше, найдем побольше. Нет, такой интересный вопрос, конечно. Но с другой стороны, не, я расскажу, меня что всегда беспокоит, что вот 10 миллионов и 60 квадратов. Вроде как чуть-чуть это, как-то так, есть нюансы. Так, ну ладно. А дверей тут не будет, да? Тут оно все у вас. Нет, улучшенная черновая, конечно. Улучшенная черновая. Нет, я имею в виду, не, ну, а лоджия. Нет, проем здесь не предусматривается, да? Под дверь, это просто... Давай лоджию посмотрим. Да. Ну, лоджия – это пожарная деласия, поэтому лоджия, да? Лоджии, кстати, мы облагораживаем тоже. А, облагораживаете? Ну, обратите внимание, да, вот здесь утеплитель, да, руку. Да. Тут виды, конечно, классные, никто не спорит. Виды тут шикарные, с высоких этажей. Не, виды шикарные, я согласен, виды шикарные. Так, ну, пойдем дальше. Так, многих будет волновать вопрос. Господдержка сейчас заканчивается. Да, как у вас, ажиотаж чувствуете? Чувствуем. Есть, да? Конечно, да. У нас некоторые наши партнеры просят нам помощи с ипотечными брокерами, с оформителями. Говорят, на 2 недели давайте на аутстаффинг, потому что вообще не справляемся, реально. Вы справляетесь? Справляемся все, пока. Ну, у нас достаточно сотрудников. Да, ну все. А как-то субсидирование, вы как-то участвуете в этом деле? Конечно, какие субсидирование есть в каждом жилом комплексе, в зависимости от проектного финансирования. Так, здесь самое лучшее, на твой взгляд? Ну, минус 1,4 Сбер. Слушай, норм, на весь срок, да? На весь срок, бесплатно, ну, абсолютно бесплатно. То есть у вас еще можно до 1 июля, по сути, купить там господдержку под 6,6? 6,6, да, 4,6 семейка. Ну, слушай, это вообще огонь. Сбер, без всяких ударов. Давай так, если 10 миллионов, это сколько будет платеж? Примерно. Ну, если 6 миллионов брать, 4, допустим, миллиона свои, 6 миллионов максимально это, правильно? Так. То процент 6,6 будет. 35-38. Ну, слушай, это реально нормально на такой объект. Это, по сути, аренда, правильно? И можем использовать траншевую ипотеку, тоже очень популярно сейчас. Причем транш первый 10%.
20% всего от стоимости квартиры, ну плюс первоначальный взнос, платеж в районе 5000 получится. Да, но в чем нюанс? После 1 июля ВАФА кончится. И все. Но только семейная останется. Семейная да, останется? Да, так что все нормально. Да. Ну, кстати, сколько у вас примерно теряете, считали, нет? Если до 6 лет только оставить 6%. Клиентов-то? Да. Ну, честно говоря, такого прям подсчета не сделали. Ну, ладно. Это самый лучший вариант. Такое лучше не считать, чтобы быть счастливыми. Так, смотрите, квартира понравилась. Очень такая компактная. Явно тут ремонт для себя можно сделать. Я, конечно, мне кажется, стены можно не сносить? Расскажите, вот всем интересно. Ну, не несущие можно. Ну, по-моему, вот эту... Вот это? Это пилон капитана. Да, вот эти все можно, правильно? Перегородки, перегородки можно. Может, кто-то скажет, зачем нам гостевой туалет на 60 квадратов? Как зачем? Зачем? Пришел гость. Пришел с улицы. Сейчас люди редко в гости ходят. Ходят как не. Очень редко. Кому сколько раз в месяц в среднем гости? Ну, допустим, детки, да? Двое, трое деток. Согласен, но не на 60. Мои дети начинают стучаться обязательно, если один зайдет, да? Второй будет стучаться и ну, говорит, тогда выходи. Ладно, все, тогда все. Дети нормальный аргумент. Либо прачечная. Прачечная тоже правильно. Так, а трешка сколько у вас? Здесь, если первую очередь осматривать, 11 876 квадратов. 76. Это готовое жилье. То есть там еще комнаты, так это. Да. А во второй очереди 10 300. Ну, то есть у вас все-таки формат такой, очень хороший. Хорошая общая площадь, правильно? Здесь чуть-чуть так поменьше квартиры. Ну, слушайте, коммерчески очень успешный проект, значит, это востребовано. Конечно. Все нормально, молодцы. Так, что нам еще надо посмотреть? Я предлагаю паркинг посмотреть. Можно, нет? Смотрите, мы сейчас пройдем в соседний двор, еще там один дворик посмотрим, и спустимся там в паркинг. Он не похожий? Он немножко другой, да. Пойдемте. Так. Слушайте, вот это крутая идея сделать. На самом деле, не так часто это увидишь. Такое, закрыли. У меня вот первое впечатление, что тут что-то такое ценное. Да. Пойдем. А скажите, пожалуйста, вот я уверен, на Urban Awards, сейчас он скоро будет проходить, вы там как попали в число номинантов? Слушайте, мы в одной из номинаций, да, сейчас вышли в финал. И надеемся, конечно, на победу. Это круто. А в какой номинации? Лучший жилой комплекс комфорт-класса. Так это вообще УФО, СФО и ДФО. Ну, так это очень почетно. Не зря этот комплекс мы выбрали. Так, сейчас мы, я так понимаю, хотим еще в один двор сходить, мы да? Мы один соседний двор еще сходим, да, и там спустимся в паркинг, посмотрим и уже вернемся. Так, Андрей, можно по продажам вопросы позадаю? Можно. Вот я посмотрел, что ну, людей достаточно много, да, в продажах работает. И маркетинг, я смотрю, сильный у вас. Относительно, скажем так. Мы еще команду усиливаем и набираем еще состав сотрудников. Вот. И вопрос по поводу взаимоотношения своих продаж и агентских. Угу. Вот многие всегда дискутируют, как правильно, как подойти. Как вот у вас концепция по этому вопросу? Ну, наша концепция следующая. Мы все-таки сторонники партнерских отношений. Угу. С этажами у нас изначально хорошие, плотные были отношения с самого начала старта проекта, вот даже данного. Вот. Поэтому мы хорошо и положительно смотрим на это. Различные дополнительные программы всегда для стимулирования наших партнеров тоже разрабатываем и используем. Я вот даже иногда смотрю наши соцсети наших риэлторов, они прям вас рекламируют активно. Вы как-то вовлекаете. Я их люблю. У нас достаточно сильный, на наш взгляд, сотрудник по взаимодействию с агентским сектором. Альбина, видать, вообще монстр. Если у нас, я посмотрел, я к вам шел, посмотрел, вы у нас в мае, по-моему, на 5-м месте по объему были. Или на 4-м. Мы в среднем на 3-м всегда. А? Всегда на 3-м в среднем. На 4-м, да, подсказывает? На 4-м месте, да. А вот Юрий же у нас с нами. Давайте хоть Юрий в кадре попадет. У нас вот Юрий как раз руководитель Тюменского департамента новостроек. У нас, я насколько знаю, очень круто география в целом присутствует, да? Застройщик. Ну, да. У нас все, что касаемо географии, на сегодняшний день по итогам, ну, до мая месяца, по итогам 5 месяцев, у нас география находится по продажам на 5-м месте. Вот доля, которую мы занимаем. А в мае даже 4-е. В мае это даже 4-е, все верно. Ты с чем-то сделал, да, по-моему, проверили? В мае, да, чуть больше.
Там, 40, около 40. Около 40. Слушайте, да. Ну это серьезно. 40 сделать месяц только с нами. Причем на последних выставках мы, по-моему, даже первые места занимали. Причем первые два места – это федеральные застройщики. Мы же не будем озвучивать. Почему? Брусника и страна. У нас получается первое место на сегодняшний день по продажам. Получается, это самолет. Второе у нас получается страна. Уже. Я думал, Тюменский имелось в виду. Нет. Нет, подожди, а? Нет, мы ничего никогда не вырезаем. Так, давай еще раз расскажи мне. Смотрите, давайте я сейчас покажу. Давай. Все ходы записаны. Смотрите. У нас получается, у нас страна, первое место. Страна, да. Самолет у нас получается второе место. Третье место у нас по продажам это Арсиб. И четвертое, получается, география. Но, вот как и Андрей говорил... В мае 45 продали географию. Вот, значит, вот больше уже. Все, ну так закрывали в мае, так у нас еще начало месяца. Соответственно, сейчас это, да, по количеству сделок. Вот. Страна, еще... конечно, явный лидер. Обалдеть. Не, я знал, что явный лидер, но не знал, что такой объем большой. Очень хорошо стартанул сам проект Дивный. Вот, и поэтому очень хорошие отзывы, и именно поэтому такой результат. Потому что действительно соотношение цены и качества очень хорошее, люди это оценили. А у нас, как известно, в городе Тюмени очень требовательные клиенты. Андрей, а что делать для развития своего канала прямого? Бывают времена, когда у нас и свой канал достаточно хорошо стреляет. Вот. Для развития своего канала мы сейчас проводим и обучающие тренинги, менеджеров дополнительно там стимулируем и нанимаем новую команду тоже. От выручки сколько сейчас примерно затраты на маркетинг суммарно? Мы стараемся держаться в бюджете 2%. 2%? Да. Ну все, то есть у вас получается где-то там, если убрать, вот, допустим, риэлторский канал, то маркетинг плюс продажи свои, наверное, там, ну, где-то так же 3, да, где-то? Где-то так 3, же, 4, наверное, то есть да. То на то и выходит, примерно, правильно? Мы тоже так же считали, ну, примерно правильно. То на то я и тоже, выходит. Если то на то и выходит, то, в принципе, оно должно в равной конкуренции, все должны доказывать, и все, правильная формула. Так, давайте дальше. Слушайте, у вас удивительно красиво здесь. Вот, смотрите, через камеру не придается вот такая приятная вот эта штука. Как-то она пружинит, прям тут футбол можно играть. Так, а это что у нас? Это надо пробежаться? Это, видите, каждый двор – это свой стиль. Угу. И даже каждая секция в индивидуальном стиле у нас. Угу. Слушай, а у меня вот такой вопрос. Как тут зимой? То есть убирают ли все? Конечно. Как планируется? Вот, знаете, иногда ходишь, гуляешь, все красиво, потом зимой придешь в комплекс. Снег, лед, неудобно. Данная зима была показательная, потому что было много снега, и в принципе проблем не было. В связи с тем, что у нас есть пожарные заезды, снег свободно вывозился, где необходимо было обрабатывали солью, то есть препятствия людей по похождению. То есть вы прям техникой тут убираете? Да, конечно. То есть двор прозуман именно таким образом, что везде может пройти техника либо тяжелая, либо, соответственно, ручные. Так, ну и у меня еще один вопрос по видеонаблюдению. Тут все снимается, правильно я понял? И где-то все это анализируется? Есть у нас архивы, у нас есть система охраны и, соответственно, есть серверы. То есть в каждом доме установлен сервер. Порядка 50 камер установлено на каждом доме. Просматриваем, да, у жильцов просматриваем только пока внутренний двор. То есть они могут просматривать, где их ребенок находится. А так фиксация подъезда, лифтовый холл, лифты, внутренний двор, наружная территория. Так, а вот чаты жильцов, все это развито? Как? Чаты жильцов мы туда не вникаем, то есть Телеграм мы туда... Да, мы работаем только через наше приложение, через мобильное приложение, созданное специально для жильцов. И все обращения, все заявки прорабатываются там. Но в чате жильцов вас нет? В чате жильцов нас нет. То есть мы пытаемся максимально людей свести на... Это как группы, подарок? Да. Просто там можно уйти в такие дебри, что мы поэтому перестали это участвовать. Да, ладно, понял, хорошо. Ладно. Так, ну что, посмотрим это, паркинг. Так, паркинг, который миллион стоит. Да. Все, пойдемте смотреть. Самое интересное, это то, что у нас все лифтовые холлы обработаны плиткой. То есть напольное покрытие, стены, штукатурка. В подвале то же самое. И, соответственно, у нас сделана достаточно очень интересная реализация. Это автоматические двери. Мне интересно, такая высота потолков в паркинге? Ну, это за счет того, что поднятие, да, за полтора? Ну, у нас же там, да, идет стилобатная часть дома. Ну, я тоже могу сказать, я нигде не видел такой высокой в этих паркингах. Вот это говорит о чем? Что застройщик не экономил. Не экономите. Не экономите. Тут даже вопрос к архитектору, почему поэтому не экономите. Стоимость паркинга, она обоснована вполне. Слушайте, да тут она, это вообще даром, я не знаю. Не, реально большая высота, это нонсенс. Так. Также у нас основная функция, это бесключевой доступ, то есть, грубо говоря, идем с карточкой. Дверь открыта. И нас встречает. И все. И она сама еще закроется. И она сама закроется. Так, да. Посмотрим, закроется, да. Нет? Это как
когда с сумками. С сумками, с пакетами, да. Умный дом. Так, а вот эти места, они, наверное, парные, да, у вас? А, есть парные, есть где коммуникация, они не а все парные открыты. Вот такие дешевле стоят? Или это не парные, или как это? Это вот не это? Парное место, потому что здесь есть кому-то коммуникация. Кому-то повезет, да? Ну, здесь... Ну, тут здесь явно просто... две машины влезают. Нет, две машины влезают, но здесь есть технические коммуникации, под которыми транспортные средства лучше не парковать. А почему? Что в них ну, не то? Ну, потому что отопление, вода и... Да? Может это? Ну, мало ли что. То есть, ну, да, нужен доступ беспрепятственный. И да, и мало ли что нам нужно обслужить, а у нас здесь будет машина припаркованная. А так у нас есть парные места открытые. А здесь приточная вытяжная система вентиляции. Отопления здесь нет, поэтому парковка стоит дешевле в обслуживании. Сколько здесь... тут зимой градусов? Где-то 13-14. Плюс? Да, конечно. Потому что здесь, да, он получается теплый парк. То есть, считайте, отопление у вас есть? И при этом люди не платят за отопление парка. Это, наоборот, плюс. Да, это плюс, в том-то и дело. Да, ну, для машины вредно 25. Наоборот, сильно высокая температура высоко, да. Наоборот, хорошо. Еще и вентиляция. Что необычного в паркинге еще? Система распознавания номеров. Да? Да. То есть у нас стоят умные камеры. Ключа нету, да? Ключей нет. Соответственно, приехал, допустим, смотри. Человек приехал в кладовку. Он может зайти либо по ключ-карте и спуститься через лестничный марш, либо через лифт на, соответственно, и зайти пешком. А может спуститься на машине с распознаванием номеров, подъехал к воротам, ворота автоматически открылись, он приехал на свое парковочное место. Все, функция работает, все. Так, ну что, пойдемте на улицу. Кладовые есть. Ну, давайте посмотрим чуть-чуть. Давайте, давайте. Вот эта часть тоже всегда интересна, потому что она при покупке недвижимости важна. Дверь открыта. Давайте. О, стиль лофт сделан. А что вам кладовки не нравятся? Нормальные кладовки? Нет, здесь вполне хорошие кладовки. Людям, в принципе, жильцам нравится. То есть все сухо, все хорошо. Достаточно высокие потолки для кладовых систем. Ну, все уже закрыто, само собой. Не, в отличные кладовки вообще. То, что надо. Ну, у вас их мало, да? Нет, у нас на ГП-1 40, на ГП-2, по-моему, 56. Они в каждой, да, тут это? Да, они, да, да. Ну, все. Кстати, кладовки не везде есть. Ну, я имею в виду в целом у застройщиков. Это так у вас нормально. Так, ну что, выходим на улицу тогда? Выезд, соответственно, та же камера распознавания номеров, и ворота откроются, когда будет наличие транспортного средства. И человек, соответственно, выходит через прозрачное стекло для безопасности, так как на проезжую часть. И даже свет, да, тут тоже есть? Да, свет, конечно. А вон там площадки, да, вынесены? Да. Мне кажется, туда тоже надо сходить. Я когда по песку хожу, у меня сразу же ощущение, что это север. Не знаю, я же там северный парень сам. Да, там всегда ассоциация. Да. Так, это тоже к вашей относится объекту, да? Да, на 680 мест парковка. Парковка вот эта вся, да? Да. Класс. Площадка для выгула собак. У нас здесь же... Так, тут хоть бесплатно? Да. Док-пакеты, выгул... Тут все бесплатно. Бесплатно. Да. Док-пакеты, выгул собак. Офис бывший продаж. А, ну все, ладно. А что переделаете? Скорее всего, либо под офис охраны. Вот здесь у нас... Небольшое, что находится, где информационный стенд. Да? Да. Зон. Ну, пойдемте смотреть, что тут. Вот зона воркаута. Тот самый спортзал, про который вы интересовались. Да, и бесплатный. Бесплатный, да. Поле, конечно, маленькое, да? Расскажите, почему вот такая идея пришла? Отдалить чуть. Футбольное поле. Ну, смотрите, чтобы дети под окнами не шумели, в принципе, и были в непосредственной близости от жилого комплекса, мы перенесли вот данные детские площадки вот на эту территорию. Круто. Поэтому, в принципе, все рядышком, но шума меньше. Слушайте, круто. А вот это тоже чья идея? Первый раз встретил, чтоб ворота в это. Ну, это уже заказывали у наших поставщиков, да? Вот они нам они приняли поставили решение такое. Так сделать. Они нам поставили такие вот. Так, ну что, я думаю, Андрей, нам чуть-чуть поиграем. Давайте попробуем. Так. Раз, два, три. Это на ворота. А? На ворота. А, ну все. Так, похоже на легкую наколку. Ну, из пяти нужно забить два, ладно? Я думал, мы просто так помалуемся. Нет, как мы все, сейчас на квартиру. Мне бы в ворота попасть из пяти. Ну нет, туда сильнее бить. Мне так не забить. Я даже не знаю, как. Со всей силы, что со есть. Со всей силы. Да.
Нет. Тоже нет. Еще раз. Можно не бояться, я хорошо стою. Со всей силы. Я-то так играть не планировал. Так, ну еще два и все. Еще два. Окей. Почти. Почти. Вот это почти. Было близко. Еще раз. Ну, если не раз не забьешь, Андрей, тогда я... Ну, почти. Что делать-то? Отжиматься буду. Все. Но норма не выполнена. Один гол всего лишь. Все, круто. Супер. Так. Эльдар Борисович в форме. А? В форме. Ну, так. Ну, все. Поле опробовано. Причем в роли вратаря. Так, что еще расскажете интересного здесь? У нас очень интересный скейт-парк. Пойдемте смотреть. Вот это самое популярное место, да? Среди местной молодежи. Травм нету? Пока не жаловались. Нету. Вот. То есть молодежь вот так, да, она? На скейте? Да. На скейте. Ух, что вытворяют, а? В ближайшее время мы планируем проводить тоже дополнительные мероприятия для наших жильцов. Андрей, знаешь, если честно, я всегда так боюсь, когда на это смотрю. Это все железное, да? Углы это острые. Все, это все по проекту, это же по построено. Не, я да. понимаю, что... По проекту. Здесь но... это все не самодельное, это да? прямо вот специализированная компания приезжала. Не, я не сомневаюсь делать. В этом. Поэтому тут все качественно сделано. Жалоб не было, но мы когда строили, у нас еще было все закрыто. Но дети уже пробирались и уже все это в первую очередь кстати, пробовали. Кстати, вот смотрите, видите, какая архитектура шикарная. Вот она отсюда видна. Вы знаете, когда оттуда смотришь, прям ну что-то ультрасовременное. Никого не хочу обидеть. Ну, и не буду. Так, у вас же здесь... Новатэк. Новатэк, да? Да. Такое соседство, слушайте. Шикарное соседство, конечно, да. Вон там Инка у вас, да, тоже большой целый район строит. Там строят, да. И через дорогу у нас новый проект Окинава, вот где флажки вот там виднеются. Вот это тоже вот ваше, это да? наш Окинава, да. Круто, слушайте. Последнее вот. Время. Звучный так. проект. Ну что, все же вроде? Все посмотрели? Получается все. Нужно подойти обратно к офису и получить подарки. А еще у меня вопрос, почему был ребрендинг именно на географию, история названия? Ну, смотрите, мы сменили бренд с таким осознанием, что география, она подразумевает, открываем новые миры, и в нашем понимании каждый дом – это отдельный мир каждого человека. Поэтому мы открываем новые миры, новые дома строим. Все круто. Как-то так. Классно. И с прицелом на расширение самой географии присутствия. Не только в нашем регионе домашнем, но и в остальных регионах России. Круто, слушайте, правильно решились, молодцы. Даш Борисович, мы хотели бы еще поблагодарить за присутствие все, и наградить спасибо. Вас подарочками. Спасибо. Да. Да, ребятам тоже. Тут, кстати, хороший набор. Так что это все, мы все передадим. Так, ну что, благодарю. Спасибо Андрей, вам. Спасибо. Альбина, спасибо. Спасибо вам. Все очень приятно. Все, у вас такая замечательная команда. Такой классный продукт за короткие сроки. Слушайте, ну вот так вот Тюмень и растет такими сильными компаниями, архитектурой, удобством проживания, я бы даже сказал, атмосферой жизни. То есть, ну я это тут почувствовал, да. У меня такое желание здесь жить возникло. Это редко бывает. Ждем в офисе продаж. Все, спасибо, благодарю. Всего доброго.